История дня. Расскажу вам маленький анекдот, потом объясню суть этого рассказа и этой истории. Приходит мужчина на базар покупать дыни. Подходит к продавцу и говорит: продай дыню, в два раза дешевле. А мужчина говорит: да нет, у меня хорошие дыни, вот там вот за поворотом есть гнилые и так далее, там человек продает дешевле. Он говорит: продай, а то опозорю. Он говорит: да я тебя не знаю, иди. Он отходит 2 метра и говорит: люди, и так далее, и так далее, и так далее. Скажем так, плохие слова наговорил на этого человека. Он говорит: да я тебя вообще не знаю. Он говорит: а теперь этому базару и расскажи, что ты не тот и все не так. И ушел. Вот пример, та же история. Приходит пациент, собака в области лба, у собаки большое образование. Это образование возникло за 2 недели, со слов владельца. Провели анализы, сделали УЗИ. Действительно, образование. При этом владелец говорит, что эта кошка поцарапала это место когтем. И каждый день говорит: доктор, вскройте, потому что там, наверное, инфекция. Понимая, что это не так, результата на антибиотики, на противовоспалительные препараты мы не видим. Опухоль растет. Сделаем КТ-исследование. Врач делает заключение, что действительно это образование, пишет. Опухоль, образование, характерное. При этом появляется на манеже другой доктор и говорит: это все ерунда, там 5 зубов гнилых, вот их надо вырвать, и все пройдет. И вот тут докажи этому базару, что лыжи не едут и история не та. Вот как-то начали с анекдота и закончили также анекдотом. И вот думаешь, ходишь, переживаешь, а в реальности этот пациент уже у другого врача, и другой врач делает то, что он считает нужным. При этом результата, скорее всего, не будет. Вот такая вот история дня сегодня для вас. Вот с такими вот загогулинками. Будьте здоровы и хорошего вам дня.